представляете? Евгений, мы ни в коем случае не организация. Мы просто помогаем этому монастырю по возможности, являемся там поклонниками одного музыкального коллектива, и как раз вот его создатель, он непосредственно, ему близок этот монастырь. А музыка, я понимаю, так связана с церковной какой-то тематикой? Ну, не совсем, но с христианской, с православной тематикой. Эти все ребята представляют тоже коллектив? Не сам коллектив, но мы как бы... Круг людей, которые поддерживают этих ребят, их начинания. Публика в любом случае это часть коллектива, а миссия коллектива это, так скажем, просвещать молодежь, так скажем, прививать, если так можно выразиться, культуру все-таки православия, традиций русского народа, патриотизм. Вот, и как раз музыка такая более молодежной направленности, это рок-музыка. Вот. И молодежи через призму все-таки рок-музыки гораздо проще и интереснее воспринимать вот такие вот идеи традиции, православия, русская культура, патриотизм. Ну и насколько у вас это получается, по вашему? Как я имею в виду молодежь воспринимает? С учетом того, то, что последний раз через, скажем так, общность поклонников творчества коллектива мы приходили в храм. Сюда помогали убирать участок, ухаживать за монастырским садом. И ребята с удовольствием откликаются, приходят помогать. Даже те, кто изначально, как бы, возможно, далек от православной церкви по тем или иным причинам. Но они начинают принимать участие, заинтересованность. И так потихоньку приходят. Вот у меня все-таки к вам вопрос. Вы все люди, ну, довольно-таки молодые, да, все-таки, если немножко все-таки поставить во главу угла, что это, небольшое вот какое-то пафосное желание выделиться из общей толпы, или все-таки на самом деле это что-то внутри вас такое, что вас заставляет вот прийти в церковь, быть ближе к Богу, к православию? Я не знаю, просто сегодняшняя молодежь, вы сами знаете, она далека уже. Я с вами согласен, но для меня это в первую очередь вера, но я отчасти соглашусь с первой частью вашего высказывания, то, что в современном мире, именно в современном мире, ну вы знаете, в котором насаждаются различные идеи, скажем так, развращающие в моральном плане человека, православная церковь и вообще православие является таким... антагонистом с, да, хорошей стороны. Я бы сказал, это если раньше это считалось как бы для всех само собой разумеющееся, все ходили в церковь, это было замечательно, то сейчас это выглядит как некий нонконформизм. И это можно воспринимать как некий протест против именно современного мира материального, который забывает о душе и забывает о высоком, который построен исключительно на потребление и сиюминутное удовлетворение каких-то низменных потребностей. А насколько вы как люди, вот просто как люди, сейчас спрашиваю вас, да, насколько в ваших, так сказать, сознании присутствует какой-то политический подтекст или нет? Абсолютно никакого. Все равно, кто будет в стране управлять, как, под каким флагом, абсолютно, куда она будет двигаться? Главное, чтобы все это было для народа. Нет, это мне все равно, прежде всего, однозначно. Да, и не так, чтобы ни в одну сторону максимально было радикально, и ни в другую, то есть ни вправо, ни влево. Главное, чтобы желание того, кто будет во главе, четко пересекалось, ну или хотя бы примерно пересекалось с желанием народа, и не было такого, что вот он делает для себя, а не для народа. И наоборот, чтобы не было такого, что он делает в минус себе, но чтобы там люди были счастливы. Потому что любое из проявлений каких-то сторон, ну, если это будет прям вот очень сильно углубляться, то будет приводить все равно к минусу, чем к плюсу. Нужно какой-то иметь баланс. Поэтому если есть какие-то у нас там политические взгляды, ну, там, у нас троих или у нас вот как в коллективе, то скорее, которые, как это сказать, которые как раз повествуют то, что нужно сделать так, чтобы у всех было хорошо и никому не было от этого плохо. Я не говорю о том, что вы должны какие-то наседания давать. Нет, просто так, знаете, от себя. Действительно, пожалуй, возвращаясь к теме протеста, так как молодежь в основном склонна к протесту,
Вот в современном мире это, пожалуй, православие, традиции, патриотизм, это, пожалуй, и есть настоящий протест, это нужный протест, и это действительно последний истинный мятеж, пожалуй, так. То есть, если молодежи нужен протест, то пусть он будет таким. Пусть он будет возрождением культуры, возрождением традиций и протесту против ценностей, навязывающих потребление, разврат, полигамию, аборты, гомосексуализм и так далее. Пусть это будет примат все-таки традиций, духовности над потреблением и развратом. Пожалуй, что, такой хорошо, протест нам нужен. Мы желаем вам всем удачи. Взаимно. Спасибо. Всего доброго. Русские новости. Спасибо.